Всем привет! Это новости из Турции. Перед лицом массовой инфляции Турция повысила месячную минимальную заработную плату примерно на 30%. Она вырастет с 4250 турецких лир до 5500 лир в месяц, заявил в пятницу в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган. Это второе повышение за год. Обычно минимальная заработная плата корректируется только один раз в год. И вот выписка из статьи о первом повышении минимальной заработной платы за 2022 год. Минимальная заработная плата в Турции вырастет на 50% в 2022 году, чтобы помочь компенсировать расходы на проживание в связи с ослаблением лиры из-за того, что Центральный банк республики провел серию снижений процентных ставок. Ежемесячная чистая минимальная заработная плата составит 4250 лир, заявил президент Турции Эрдоган во время пресс-конференции 16 декабря. В 2021 году минимальная заработная плата составляла 2826 турецких лир. Турция находится в глубоком экономическом кризисе. Официальный уровень инфляции составляет более 70%, но оппозиция предполагает, что реальная инфляция более чем в два раза превышает данные правительства. В частности, в последние месяцы резко выросли цены на продукты питания. Эрдоган винит глобальные колебания цен, среди прочего, в росте цен внутри страны и отвергает критику в отношении того, что правительство не смогло эффективно бороться с инфляцией. Левые партии и организации критикуют минимальную заработную плату за то, что динамика цен давно переросла в так называемую гиперинфляцию. Гиперинфляция возникает, когда инфляция скачет и ее больше нельзя остановить, кроме как с помощью заслуживающей доверия денежной реформы. Экономические последствия катастрофичны, широкие слои населения обеднели. Минимальной зарплаты в 5500 лир недостаточно для содержания семьи из 4 человек. По данным профсоюзной организации «Турк-Иш», сумма, необходимая для содержания семьи из 4 человек, в июне составила 6391 лиру, что почти на 900 лир больше минимальной заработной платы. Как бы то ни было, а второе повышение минимальной заработной платы за год должно поддержать население Турции. И в целом стоит отметить, что минимальная заработная плата за 2022 год выросла практически в два раза. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!